кто копал простой лопатой, он знает, что есть напряжение на спине. Как бы спина встает в конце уже рабочего дня, когда копаешь огород. А с этой лопатой такого уже нету. Спина все время ровная, работаешь только руками. Как уже говорил, ширина лопаты 60 сантиметров, стержень снижения кубки по 30 сантиметров. Упоры салазки 35 сантиметров. Длина ручки лопаты 125 сантиметров. Ну, обеих круг, да? Обеих, вот такая спаренная ручка. Длина самой ручки 62 сантиметра. Вот здесь очень важно, да, обратите внимание, когда поднимается лопата, грабли и задняя часть, эти самые упоры залазки, они должны перевешивать переднюю часть этих самых граблей. Если зад будет легче, то грабли будут клевать вниз, ну, что затруднит копать лопатой.